И сегодня праздник на железной дороге в честь Дня защиты детей организовала городская организация «Партии регионов». Проводили конкурсы, вручали подарки и раздавали угощения. Погода не подкачала, поэтому, как и ожидалось, на детской железной дороге был аншлаг. Мальчишки и девчонки, а также их родители с удовольствием откликнулись на приглашение принять участие в празднике, организованном при поддержке Запорожской городской организации «Партии регионов». Секрет детской железной дороги в том, что каждый из взрослых, находясь здесь, обязательно вспомнит о детстве, а вместе с этим захочет вновь прокатиться на поезде. Детская железная 40 лет. Я помню еще те катания, когда мы были совсем маленькими. Вот ведущие сегодня сказали правильно. Говорят, давайте сделаем так, чтобы сегодня здесь не было взрослых. Могут быть просто большие дяди и тети, а так все будут дети. Поэтому прокатимся обязательно. По словам сотрудников детской железной дороги, за последние 10 лет у них впервые столько посетителей. В итоге от желающих попасть на поезд не было отбоя. Впрочем, в этот день не было и опоздавших на него. Управляемый юными машинистами состав смог вместить всех пассажиров. Те же, кто остался на перроне, могли принять участие в конкурсах, полакомиться бесплатным мороженым, посмотреть на зверей. В общем, грустных и скучающих лиц замечено не было. Это замечательное мероприятие, устроенное партией регионов для жителей города. Здесь может отдохнуть как и ребенок, так и взрослый, посмотреть террариум, аквариум, зоопарк. То есть море развлечения, море эмоций, море позитива. Спасибо большое городским властям за то, что они организовывают нам такие праздники. Мы стараемся их посещать по максимуму. Надеемся, что дальше будет у нас такие же веселые, красивые, приятные праздники детства для наших деток. А праздник все нравится, покатались уже на паровозе. Музыки, посмотрели аниматоров, сейчас ходим, наслаждаемся зоопарком. Кинотеатр будете? Конечно, обязательно. Ребенок мечтал. Этот, напоминающий инопланетный корабль «Купол», вовсе не НЛО, которая приземлилась на территории детской железной дороги, а единственный в Украине передвижной кинотеатр «Атмосфера». Необычное объемное кино никого не оставило равнодушным. По словам руководителей Запорожской городской организации «Партии регионов», забота и внимание к детям не ограничивается Международным днем их защиты. Так что впереди запорожских ребят ожидает немало приятных сюрпризов.